Мы находимся в поселке Ватутинки. Пообщавшись с местными жителями, выявили, что на самом деле самая основная проблема – это, конечно, транспортная. Жители радуются, что хоть какие-то дороги начали делать. Вот мы видим, что сейчас идут ремонтные работы, но в то же время жалуются, что абсолютно ужасные пробки. Невозможно выехать ни в Москву, ни обратно. Также жители волнует вопрос цены транспорта. Если в Ватутинке это уже Москва, то почему проезд стоит 50 рублей? Проезд должен стоить так же, как в Москве, на общественном транспорте, если это обычная территория Москвы. Также жители волнуют проблемы миграции. Мигрантов очень много. Они говорят, что теперь они даже боятся выйти на улицу вечером. Собственно, пока все.